Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на Like a Game, добро пожаловать на прохождение Чернобылицуса Светить Буду. Всем привет, посмотрим, и это вроде бы 19 день, если я не путаю, конечно, могу и путать. Давайте так, у нас все нормально, да, нормально, с оружием нормально, это аптечки, все тоже окей. Есть разговор, Игорь. Давай-давай. Я весь внимание. Я тут узнал кое-что. Нар готовится к масштабной поставке припасов. Может, и пищевые... А ты, похоже, времени... Замечательно. Блин, чё у меня, кстати, постоянно? Вот. На шестерку постоянно есть что-то. На восьмерку, шестерку, блин. Я просто иногда шестерку случайно нажимаю. Перевозка оружия, да? Так, смотрим. 99, 80, 66. Где у нас? 60. 60. 53, блин. Тебе придется, Ольга, сегодня дома остаться, я понял. Действие 3, 80. Ага. Ну, поехали. Перевозка оружия. Оливер никак не может перестать играть солдатиков, Игорь. Для него важна лишь война и военные трофеи. А что же ты, любимый? Какая у тебя миссия? Нар плевать на все и на всех. Смерти для них просто статистика в отчетах для этих корпоративных чудовищ. А чудовища не дадут уничтожить себя так просто. Так, да, 19 дней, точно. Замечательно. Тихо. Так, что у нас на карте? Давайте посмотрим. Это у нас Евгений Онегин. Ну, нам слесарь, по идее. Ну, а, ну и все, и даже вопросиков, кстати, нету. Да, мы, походу, вообще изично быстро будем. Последний уже, потому что и заданий не осталось, я так понял. То есть остались? Задания, но видите, такие в основном то-то добывать нам как бы ничего не надо. Все, понял, подойди, я понял, что сюда нельзя. Ёшкин кот, либо мы хоть таблетки таскаем. Так, подожди, это успокоительный, да, я принял? А то радиация еще. Смотри, даже никто не охраняет. Так. Так, подожди. Оборудование очень хорошо охраняется на каждый ящик.
Там, значит, какое-то оборудование стоит, я, наверное, не заметил, да? Оливер, я на крыше. Вижу сигнальный огонь. Я полагаю, красный? Да. Похоже, зона выгрузки. Это наша цель. Теперь твой выход. Удачи. Так точно, Оливер. Неудачи. Антон был отличным парнем. Так что надо нам постараться. Ради него. Будь осторожней. Лишний раз не высовывайся. Не дай нар себя обнаружить. И не набирай больше, чем сможешь унести. У меня много вообще там. Блин, дурацкая радиация. Прямо и направо. Я постоянно что-то чекаю, ребят, чтобы этих врагов не было. Поэтому не хотелось бы наткнуться на вражину. Замечательно. Давайте теперь я захилимся. Так, 4 радиации, да? Так, аптечка. Ну и тут 4 человека, как бы, я бы сказал бы, изи. Ауч. Прям, ну, проходи ты. Так, чё мы там? Психология. Забираем дробовик, не будем. Химикаты забираем. Тихо. Оливер, вижу ящики. Выглядит многообещающе. Отлично. Знаю, забраться туда было непросто. Но ты давай не жадничай. Помни, не высовываться. Да не слушай ты этого солдафона! Нахрена осторожничать? Помни, что я тебе говорил, Игорь. Действуй профессионально. Игорь, если ты оставишь им оружие, они тебе из него задницу свинцом нафаршируют. Подорви там все к чертям собачьим! Беспрепятственно здорово облегчит нам задачу жизни. Я все же рискну. Не так часто выпадает возможность по-настоящему им навредить.
Забрать надо было все это. Так, смотрим. Женька. Так, может до Женьки дойти? Давайте. Смотрим на всякий случай, может он нам что-нибудь скажет или команду мы можем как-то взять. Сматываться быстрее. А этот... Что у тебя есть? Что ты там говоришь? Один пою. Договори. Держи. Это тебе. Мне пора идти. Братва Форева! Игорь! Братва Форева. А чё? А, огнетушитель мне дал. Так. Что ты там за херню устроил, Игорь? Я думал, мы договорились. Зачем так рискнуть? Слушай, я ценю твои советы и помощь. Ясно как день, что ты плевать хотел на мы. Посмотрим, как долго ты протянешь, если будешь вестись. А теперь я, с твоего позволения, пойду и послушаю их переговоры. Так. Отношений у нас нет, статус здоров.
А, ну вот он, смотрите. Взорвали то, что мы... Кстати, последствия прикольные, что видны. Так, а это ж... А, револьвер. А зачем мы столько револьверов взяли? I don't know. Переработаем револьверные. Я понял, не хочешь чересчур мало, да? Так. Это есть. Нормально. Трошки бы еще посадовать чуть-чуть, чутка совершенно. Нет, это же отмычки. А потрошки у нас... О, где у нас потрошки создавать, я забыл. А, вот они. Да, потихоньку растут. Ну и все. Так, подай здесь. Что мы еще можем тут прокачать? Револьвер меня это не интересует. Так. Я все у тебя прокачал. Мишка, что у тебя еще осталось? Дополнительные пайки. Да, может сюда вот оставить, наверное, стоит пока. Ладно, пойдемте. С вами был Лайков, не болейте, не чихайте, всем хорошего настроения и увидимся с вами в следующих роликах на канале Лайков Гейм. Всем пока!